Недавно в Москве состоялось очередное светское мероприятие, собравшее множество знаменитых красавиц. Хозяйкой благотворительного вечера была актриса Рената Литвинова, охотно фотографировавшаяся со своими звездными гостями. Один из этих снимков на своей странице социальной сети Instagram опубликовала продюсер и светская львица Яна Рудковская. На снимке запечатлены сама Яна, Рената Литвинова, а между ними Ксения Собчак. На очень красивом благотворительном вечере у богини Ренаты, подписала снимок Рудковская. Этот пост раскритиковали многочисленные подписчицы продюсера. Главным раздражающим фактором стала Ксения Собчак. Многие пользователи соцсети уже успели посмотреть скандальный выпуск шоу «Осторожно, Собчак», героиней которого стала Анастасия Волочкова. Опять Собчак в пух и прах все мероприятия разнесет. Как было после добродушного и приветливого приема у Волочковой? «Яночка, будьте осторожны, не связывайтесь с ней», — коза она, предупреждает одна из подписчиц. «Как можно вообще общаться с Собчак? Дурнее не видно никого в ваших кругах, если только Бузова, но она хоть добрая дура. Яна, держись подальше от Собчак, она подлая», — уверена комментатор. Посмотрела сейчас репортаж Собчак и Волочковой, ужаснулась, какая же все-таки Собчак подлая. «Раньше я двояко как-то к ней относилась, а сейчас прямо возненавидела ее. А наивную глупую Настю только пожалеть можно». Извините, Яна, не в тему вашего поста, но опять, глядя на эту страшилу, волна негатива захлестнула, отмечает фанатка. Впрочем, досталось от пользователей и самой Рудковской. Ей вменяли в вину то, что для выхода в свет она часто выбирает один и тот же наряд. Под елкой с щелкунчиком, юбилей Пригожина, в гостях у Ренаты и так далее, сетка и жакет. Не надоело, подметили подписчики.